Уже приехали? Не говорим, что я здесь. Они поссорились. Я знаю, ты хочешь это прекратить. Защитить ее от этого. Но ты молод. Ты не видишь того, что вижу я. И дело не в том, что она делает его лучше. Это так, но он ее тоже меняет. Дэймон подстегивает ее, удивляет ее, заставляет задумываться о жизни, об убеждениях. Стефан другой. Его любовь чиста, и он всегда будет любить ее. Дэймон либо лучший вариант для нее, либо худший. Мама сказала, можешь остаться сколько захочешь. Она разрешила нам спать вместе? Нет. Ты можешь спать на диване, пока мы не выясним, что Дэймон и Стефан узнали о Клаусе. А если Клаус не создал их родословную? Они попытаются его убить? Талер, ты только что вернулся. Я не могу снова тебя потерять.